Хай, Джейс, это сервер California Roleplay, 95-я серия. В общем, в моем мотоцикле закончился бензин, и я бегу на заправку для того, чтобы пополнить свою канистру. Прибыв на заправку, я прописываю команду Jet Fuel, и на 50 я уже залил. На так, это 60 выходит, 70, 80, 90, 90, на 90 литров можно пополнить канистру. В общем, отправлюсь к мотоциклу и залью в него бензин. В общем, пока я буду бежать, хочу вам кое-что рассказать. В общем, 95-я серия, ребят, это вообще уже капец, у меня уже раскалывается голова от Калифорнии. Все начиналось, когда этот сервер еще считался РПшным. Сейчас же это нон-РП сервер. Так что я хочу отснять здесь сотку, скорее всего. Если все пойдет, как я задумал, то я отсниму сотку и уйду с сервера. Куда, пока еще не знаю, но планы есть. В общем, все свое имущество я разыграю, конечно же. И... хочу вас позвать с собой на новый сервер. Пока какой, не знаю, в последней серии я об этом, конечно же, скажу. Так, в общем, вот наш мотоцикл. Так, подпрыгиваем к нему, подбанихапиваем к нему. Ой. Вы заправили машину, все отлично. Отправляемся сейчас в центр занятости, чтобы устроиться на работу аварийной службы. Все отлично. Машина заправлена. Так, я думаю, потише немного сделать. Опции аудио, эффекты на одну палочку. Все отлично. Поехали. Если вам, кстати, понравился, нравится вот этот скин, то я могу сделать видеообзор на весь пак скин и скинуть ссылку на него. Сам пак довольно-таки клевый, всем советую его. Скины качественные, скачанные не с каких-то русских, украинских и белорусских сайтов, а американские. В общем, качество на высшем сорте. Так, вот, блин, почему-то вот я не понимаю, лагает постоянно возле ПД, возле ЛВПД. Йо-йо-йо-йо, фух-фух-фух. Так, в общем, вот, центр занятости. Надеюсь, у меня прописка ЛВ. Я работаю, кстати, в ФБР. Первый ранг. Так, разводчик, аварийная служба. Вы устроились? Да, все отлично, я устроился на работу. И теперь можно смело отправляться на работу разводчика... Ой. На работу аварийной службы. Стоянка, так, ЛВ, развозчик продуктов, аварийная служба. Я немножко уже забыл, где она находится, но я думаю, мап ЛВ нам поможет. Так. В общем, едем туда. Довольно много чего изменилось в этой работе с тех пор, когда я записал первое свое видео по обзору работы аварийная служба. Ну, сейчас я хотел бы показать вам, как она изменилась, что, в общем, изменилось. Да, в принципе, никто и не видел, наверное, то видео. Старички, наверное, только видели. Так. Чик. Так, все в порядке, все отлично. Едем. Так, в общем, вот я приехал на стоянку таких машин. Раньше можно было ездить на своем транспорте по чекпоинтам и выполнять задания. Сейчас же нет. Сейчас же все изменилось. И теперь только на вот таких вот трынчиках можно ездить. Так, ну что ж, отправляемся к первому нашему чекпоинту. Нам повезло, что он рядом находится. Так. Надо будет, кстати, скачать потом русификатор. Так, ты чё? Так. И обязательно, чтобы машина была рядом, потому что так вот придумали администраторы. Press Shift. Да, я как-то еще понимаю этот чат.
довольно-таки сложно его понять, так сказать, пресс H, но это легко догадаться, что это буква H. Так, давай, быстрей. Быстрей, подруга. Press H. Так, в общем, в предыдущем видео на Калифорнии я взорвал казино на 40 тысяч и потом, как всегда, все слил. Ну, больше этого не повторится, и я не буду сливать деньги в казино. Так, вы устранили неполадки, вы получаете 550 баксов за выполнение задания. Ожидайте нового вызова. Что за фигня? Блин, я уже разучился читать. Капец. Так, что ж, ожидаем, короче, новый вызов. Так, хоть бы он был где-нибудь недалеко, потому что ехать в далеко, короче, не особо хочется. Так. Ну давай же, давай. Так. Вот, появился чекпоинт, отправляемся к нему. Отправляемся. Так. Блин, вот Калифорния жутко изменилась. То, что было раньше, это было вообще... Вот могу привести один пример. Раньше гетто учила нас РП. Сейчас гетто учит нон-РП. Учит дэмить, в общем, обзывать чужих мам. Вот такой вот, в общем, в таком вот стиле сейчас гетто. Раньше, я помню, это было вообще так круто, когда приходишь на баскетбольную площадку у Groove Street, и там постоянно тусуется банда людей, и приходишь, играешь РП, и вообще все рады, так, ну, вообще клево. Ездишь с членами банды Groove Street и выполняешь какие-то их задания, становишься аутом у них. Блин, ну это было клево, честно. Тогда еще не было мафий. Помню, когда-то еще была мафия Black Sharks. Точнее, не мафия, а банда типа Black Sharks. Тоже это были РПшные люди, которые из неовки сделали себе овку. И, в общем, тоже хорошо РПшили. Так, я выполнил еще одну миссию, так сказать. И будем ждать следующего чекпоинта. В общем, гетто изменилось сильно. Сильно-сильно с добавлением этих каптов администраторы просто захотели поднять онлайн. Вот сейчас 182 человека, а времени сейчас начало 11-го, половина 11-го. Так что это в принципе... Ну, в принципе, онлайн хороший, но люди сами по себе нон-РПшные, с ними особо не поиграешь ничего. Вы раньше... Онлайн был, ну, может, человек 40-50 в такое время. Но было интереснее, намного интереснее. Мне кажется, намного интереснее играть РП, чем бегать и кричать «Каптим!» Там «Гетто, бля!» «Я тащер!» Такое, в общем, все. Читеров много развелось на сервере с добавлением этих каптов. Стали появляться ГМы, АИМы. Все такое начало появляться. Так, вот. О, кстати... А нет, не тут. Прошлый чекпоинт был на другой электростанции рядом, которая находится. Так. Какая-то у меня баганая вообще GTA с этим текстом. Блин, надо в натуре скачать русификатор, потому что это полное дерьмище. Press Jump. Это что? Правая кнопка мышки. Да. Да. Да, детка, я угадал. Я угадал. Администраторы, кстати, тоже стали довольно-таки... наглыми, можно сказать. Я выполнял когда-то свою работу, когда еще был в ПД, и меня уволили за то, что я делал свою работу, посадили в деморган и дали бан чата на 30 минут. Да. Это Калифорния, что ж тут поделать. Так. Садимся в наш бобик и ждем еще одного вызова. И я думаю, это будет последний наш вот четвертый вызов. И я уже продолжу, когда... получу зарплату, чтобы показать вам, сколько я накатаю за все это время. Деньги, кстати, начисляются в банкомат. В общем, вот так вот. Так, давайте ждем чекпоинт. А, ух ты, блин, вот это вообще... Это вообще клево. Сначала был
была первая станция, потом вторая, сейчас третья, и дай бог, чтобы была еще вот эта четвертая, а потом заново так по кругу, чтобы далеко ездить не пришлось. Press Shift. Конечно, нажимаем Shift. Так. Кстати, за скинпак не забудьте написать в комментариях, что да, он клевый, мы хотим посмотреть обзор его. Такое. Да, кстати, у меня есть офигенный скин, только я его еще не установил. Там Number One и Джеймс, как здесь 69, Грецкий, 99, извиняюсь, Грецкай. Вот так как-то. Только там Number One и Джеймс. Вот это отлично, кстати. Так, что ж, я выполнил четвертую неполадку, устранил. Это я уже, получается, 2200 заработал, и плюс зарплата в ФБР. Довольно-таки неплохо, кстати, я заработал. Что ж, ну, я продолжу уже, когда вернусь, точнее, когда будет Payday. Это будет через 33 минуты, но вы этого не заметите, для вас это покажется мгновением. В общем, блин, случился казус, и моя тачка перевернулась. Так что, я думаю, можно на этом будет закончить такой эпичный момент. Вообще прям, опасные парни не смотрят на взрывы, они их потом увидят на видео. Так что, на этом, я думаю, можно попрощаться. В общем, с вами был Джеймс, California Roleplay. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и адьос, амигос!